За то, что ты каждый день, Господь, проносишь нас над нашими проблемами, Господь. И просто я думала, как можно сделать отношения с Богом лучше, и поняла, что, ну, рассмотрела сначала человеческие наши отношения, как мы между людьми делаем отношения лучше, да. Мы делаем комплименты, мы общаемся, дарим подарки. И сейчас реально время, когда мы можем общаться с Богом, когда мы можем делать ему комплименты, да, это хвала, слава. Вот, и какой подарок мы можем сделать Богу, да, это принести наше сердце, наши таланты и просто прославить нашими сердцами и нашими талантами Бога. Come on, come on. Я тебя, твое присутствие, Бог, ты
тебя, о тебя, Господь мой, на руках до этого дня ты нес меня над водою. Так люблю я тебя, твое присутствие Бог. Спасибо.